Приветствую вас, друзья. Говорят, движение – это жизнь. Согласен, но машину нужно заправлять бензином. И именно сегодня я хочу остановиться на этом. Хочу поделиться с вами одним лайфхаком, который лично сам проверил своим опытным путем на своей машине. И вот давайте посмотрим, что это и как. Давайте остановимся на газ-стейшн, и я вам подробно все расскажу. Я надеюсь, это будет полезно для всех водителей, которые много ездят и заправляются регулярным бензином. Это не самым очищенным, так что, естественно, жиклеры загрязняются. И поэтому расход бензина увеличивается в много раз. Я использую инжектор-клинер фирмы Chevron, благодаря которому моя машина на 100 миль больше проезжает на полном баке. Это проверено неоднократно, и я считаю, это самый лучший выход, чтобы улучшить работу мотора и больше проехать и меньше заплатить за бензин. Рекомендуется заливать бутылочку перед каждой заправкой, но я делаю через одну. Результат прекрасный. Жидкость заливается в пустой бак, потом обязательно нужно залить полный бак бензина. И вы, я уверен, будете просто радоваться результату. Стоимость этого средства 2,25 за бутылочку, но только в Костко. Во всех остальных магазинах это стоит 4,20, 4,40, то есть разные цены. А в Костко сейлы буквально каждый месяц вот на вот это средство. Я всегда покупаю по несколько ящиков, чтобы у меня дома было. Так что мне очень нравится, экономия просто великолепная. Очень сильно заметен результат, особенно не на новых машинах. Машина просто оживает, становится резвой, ну просто великолепно, приятное ощущение. Ну, я очень люблю это средство и пользуюсь им уже не один год. $13.99 стоит эта коробочка, в ней 6 бутылок и... Это просто чудо, потому что цена во всех других магазинах, даже в Walmart, она 4,35-4,40, поэтому есть смысл полный покупать именно здесь. И плюс масло, синтетическое масло я тоже беру только здесь. Поэтому просто чудо-магазин. Здесь, конечно, есть еще небольшой выбор для автолюбителей, есть зарядные устройства, есть коврики резиновые для машин. Кстати, можно обрезать под любую марку. Тут сделано так, что можно специально подрезать под размер. Ну что же, а сейчас мы можем сделать небольшую экскурсию по зимнему Бостону. Сегодня очень холодно на улице, минус 14-15 градусов мороза, поэтому много не поснимаешь. С правой стороны вы видите Чарльз Ривер. Это главная река, которая впадает в Атлантический океан. С левой стороны это город Кембридж, в котором находится главный университет страны. Это Харвард, самый известный и старейший университет Америки. Если вы хотите увидеть видеоэкскурсию по Кембриджу и Бостону, пожалуйста, напишите в комментарии, и тогда я буду знать, что вы точно будете смотреть эти видео. На этом я заканчиваю свой коротенький репортаж из Бостона. Всех вам благ! Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, если вам нравятся мои видео, поставьте лайки. До свидания, до новых встреч!